Муж узнал, что ребенку, которым я беременна, по заключению врачей 11 недель, но при этом очень огорчился. Значит, беременность началась 5 сентября 2023 года, но с 1 по 10 сентября муж был в командировке. Поэтому он сомневается, что он является отцом этого ребенка. Он считает, что когда произошло зачатие, его дома не было. Значит, кто-то был другой. Как ему объяснить, что он является отцом этого ребенка? Или обмануть?